Что-то я сегодня придремал на пляже. Так хорошо разморило под солнышком. Надеюсь, что солнцезащитный крем свои функции выполнил. Иначе мы к вечеру узнаем, как это сгореть. По идее, не сгорел. Хотя так неприятно немножко на спине чувствуется. Хорошо под кондиционером. Ну вот мы перебрались в отель Катрин. Отель Катрин, я покажу на карте потом, где он находится. В нем имеются одноместные, двухместные, пятиместные номера. В пятиместный мы номер хотели сегодня заехать, не получилось. Поэтому заехали в два двухместных. Ну, двухместный и трехместный. Завтра переедем в большой люкс. А сегодня я могу вам показать стандартный двухместный номер. Моя зарка. Типичный двухместный номерок. Имеется широкая кровать, на которой можно разместиться, ну, при желании втроем, наверное, вдвоем будет лучше. Все чистенько, все пересмотрели, мы уже вещами тут все, конечно, заставили. Есть телевизор во втором номере, телевизор в два раза больше. Ну, мне как бы телевизор не нужен с компьютером. Есть интернет, скорость меня что-то не радует. Ну, хоть как-то, блин, 500 мегабайт грузится уже 20 минут. Да. Картина такая висит, маслом нарисована. Люблю картины, рисованные маслом. Каждый мазочек уникален. Хорошие стены, деревянные. Не покрашено ничего. Все дышит, получается. В каждом номере есть кондиционер. Такая типичная комнатка для мытья и писанья. Но все везде чисто. Хотя умывальничек могли бы вымыть и получше. Но как бы это все мелочи. Уже от времени таким стал. Стены вымыты, чистенько все. В душевой нет запаха сырости, плесени. Трапик тоже чист. Постоянно работает вентиляция, может, она выключается с освещением, еще не пробовал. То есть можно зайти, зашториться, помыться, справить нужду и переночевать, посматривая в телевизор. Ничего замысловатого. Номер люкс обещает быть лучше. Но там происходят ремонтные работы. Какая-то проблема со стояком канализации. Ну что ж, люди извинились, сделали скидку, скинули целую 1000 гривен. Ну, немножко потерпим дискомфорт, ну а чё бы нет.